смотрите новости недели на телеканале «Беларусь-4». Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. Здравствуйте! Поздравления, цветы и праздничное настроение. В регионе прошли торжества в честь 8 марта. От идеи до реализации. В Гомеле провели первый хакатон. Защита прав и интересов граждан. Профсоюзы и прокуратура продолжают практику совместных приемов. Все подробности этих и других событий из жизни региона в ближайшие 26 минут. Женскими улыбками была озарена уходящая неделя. Цветы, подарки, слова признательности и благодарности принимали женщины в трудовых коллективах, в семьях и прямо на улицах. Накануне 8 марта на торжественный прием от имени Гомельского облсполкома пригласили представительниц из всех районов. Каждая профессионал в своей сфере деятельности. Глядя на них, создается впечатление, что сегодня не осталось ни одной отрасли, где женщины бы не преуспели. Сегодня Беларусь входит в число 30 стран, которые достигли определенного показателя по участию женщин в принятии решений. В парламенте нашей страны треть – женщины. Непосредственно в Гомельском регионе 4 представительницы прекрасной половины человечества возглавляют районные исполнительные комитеты. Много женщин в составе депутатского корпуса. Областной совет возглавляет также женщина. Наша область поистине богата достойными, умными и талантливыми женщинами. Ведь женщина – это целый мир. Самому лучшему, самому доброму, самому святому в нас мы обязаны вам, наши дорогие женщины. Не будь вас, не было бы и самой жизни. В Гомельском общественно-культурном центре торжественный прием женщин руководством облсполкома. На встречу со всех районов области приехали представительницы самых разных профессий. Каждая из 60 приглашенных – отличница в своей сфере деятельности. Учительницы, врачи, госслужащие, сотрудницы органов внутренних дел, спортсменки и работницы сельского хозяйства. Ветераны труда – такие разные, но все как одна целеустремленные. Сегодня нет, наверное, ни одной сферы деятельности, где бы не работали представительницы прекрасной половины человечества. На торжественный прием от имени профсоюзов пригласили 72 женщины. Поздравления, цветы, музыкальные номера и подарки. Серебряные цепочки и кулоны с символичным названием «Ангел». Активистки Белорусского союза женщин к 8 марта подготовили специальную акцию для сельских тружениц. Участницами стали 20 сотрудниц молочно-товарной фермы хозяйства «Носовичи». В местном доме культуры женщин ожидала команда парикмахеров, визажистов и мастеров по маникюру из областного центра. За несколько часов профессионалы создали новые образы для каждой. Проект поддержал и профсоюз работников АПК. Для участниц акции организовали праздничный концерт с вручением подарков. Нравится все так, знаете, стилисты поработали, очень интересно. Во-первых, это же редко бывает, когда мы выбираемся куда-нибудь. Очень редко куда-то. В основном же только работаешь и работаешь. Еще одну праздничную акцию к Международному женскому дню подготовило общественное объединение «Рана». Проект «Мамина весна» благотворительный. Его главные участницы – мамы, воспитывающие недоношенных детей с особенностями развития. В рамках акции женщин преображают. Прическа, укладка, макияж, маникюр, подбор одежды и фотосессия. Организаторы акции уверены, что внешние изменения смогут запустить и внутреннее обновление героинь. Не остались без внимания в эти праздничные дни и автоледи. Скажите, поздравить вас в честь 8 марта с праздником, пожелать вам всего самого хорошего, спасибо, наилучшего взаимопонимания на дороге, чтобы у вас все было хорошо и все получалось. Это вам от нашей спасибо государственной большое автомобильной инспекции цветы и небольшим памятным подарком. Спасибо большое. Евгения Кухоронок, Александр Лупиненко, Валерий Гапанько. Новости недели. Вы смотрите новости недели. Мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней, о том, как в этом году изменится Петриков, ожидается ли мощный паводок и сколько жителей региона постоянно занимается спортом. Далее в обзоре от службы информации. В Петрикове в этом году ко Дню независимости проведут масштабное благоустройство. Об этом сообщил председатель облсполкома Владимир Дворник во время приема граждан в Петриковском райисполкоме. Губернатор подчеркнул, что в регионе продолжается практика комплексного благоустройства городов и районов, а приведение в идеальное состояние Петрикова, как и в целом Полесского края, поручение президента. Новый облик обретут объекты сферы медицины, образования, культуры, спорта, коммунального хозяйства, дороги, улицы и многое другое.
Перспективы благоустройства райцентра обсуждались на личном приеме. Озвучивались также вопросы реконструкции гостиницы, проведения газового отопления, а также трудоустройства и развития малого бизнеса. Предпосылок для мощного паводка в Беларуси нет. Об этом заявили представители регионального управления МЧС. Гомельская область традиционно на особом контроле. Мониторинг паводковой ситуации МЧС совместно с гидромедцентром ведут круглосуточно. В некоторых регионах уровень воды в реках приближается к опасным значениям. Службы МЧС готовы к любому развитию событий. Для проведения первоочередных аварийно-спасательных работ созданы сводные отряды, которые оснащены необходимыми техническими средствами и оборудованием. Определены места для возможного расселения людей с подтопленных территорий. Число занимающихся физической культурой и спортом в Гомельской области по итогам 2018 года превышает 330 тысяч человек. Почти четверть от общего числа жителей региона. Этот показатель на 6,5% выше, чем в 2017 году. Как сообщил на итоговой коллегии управления спорта и туризма облсполкома начальник управления Денис Езерский, в прошлом году в области провели более 3000 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Загрузка спортивных объектов почти 100%. Приемы граждан и совместные коллегии. В Гомельской области все более активным становится сотрудничество профсоюзов и органов прокуратуры. При этом обеими сторонами такая практика оценивается исключительно как эффективная и взаимовыгодная. О том, с какими вопросами жители области обращаются к специалистам, наш следующий сюжет. Места проведения совместных правовых приемов постоянно меняются, что позволяет прийти на них большему количеству людей. Предприятия, организации или, как на этот раз, центральный рынок Гомеля. Подобные встречи представителей профсоюзных организаций и работников прокуратуры с населением проходят каждый последний четверг месяца. Обычно на прием отводится 2 часа, но на деле он не завершается, пока не примут всех желающих. Запрещенных вопросов тоже нет. Основная тематика – трудовое законодательство, но люди приходят и с просьбами объяснить нюансы жилищного строительства и помочь получение наследства и даже призвать к ответу скрывающегося за границей нерадивого отца-алименщика. До этого как-то было, понимаю, так нормально, после того, как ушел с официальной работы, поехал в Россию, все, прекратилось. Что тут вот на протяжении, значит, получается, там более 3 лет или там около 3 лет муж вам не оплачивает. Я понимаю. Значит, материально он не подарки, не материально помощи не оказывает. Ну, я писала. С целью уклонения. Так, я даже так написала. С целью уклонения от уплаты алиментов ежемесячно предоставляет только, значит, там 10-20 рублей. Прошу отменить, значит, постановление об отказе возбуждения уголовного дела в отношении такого-то числа в отношении моего бывшего мужа. Совместные приемы граждан представителями профсоюзов и сотрудниками прокуратуры в нашем регионе проводятся почти 1,5 года. За это время партнеры не только убедились в эффективности такой формы сотрудничества, но и выработали методику решения озвученных проблем. Бывает, что вопросы решаются сразу на приеме. Бывают вопросы, когда людям нужно объяснить, куда им обращаться для того, чтобы они их решили. А бывают ситуации, когда действительно нужно, чтобы человек пошел, написал письменное обращение, и тогда его вопрос будет решен. Изначально немножко это отпугивало нас, как правовых инспекторов, потому что мы считали, что работники будут бояться задавать насущные вопросы в присутствии прокурора. Но, как оказалось, им тоже очень много поступает вопросов, и ряд вопросов они берут на контроль. Жители Гомельской области эффективность совместных приемов прокуратуры и профсоюзов оценили быстро. Только в прошлом году на более чем 170 подобных приемов обратилось свыше 800 человек. В марте 2018 года на правовой прием в городе Чечерске пришел работник одной из сельскохозяйственных организаций по вопросу о непродлении контракта. На правовом приеме представитель прокуратуры поддержал наше мнение о том, что контракт с данным работником должен быть продлен. Работнику составили заявление на имя нанимателя о продлении трудовых отношений. Впоследствии был проведен мониторинг соблюдения законодательства о труде в отношении данного работника. Однако наниматель не прислушался к нашему мнению. И данному работнику мы составили исковое заявление в суд. Суд Чечерского района восстановил данного работника. И в апелляционном обжаловании также наниматель не смог доказать свою позицию. В настоящее время человек работает.
В отличие от приемов граждан, совместное заседание Президиума Совета областного объединения профсоюзов и коллегии прокуратуры Гомельской области традиционными еще не стали, однако первый шаг к этому сделан. Участники первого заседания обсудили вопросы соблюдения требований трудового законодательства. Причин начать обмен информацией и оказывать взаимную помощь сегодня достаточно. По результатам проверок, проведенных прокуратурой, в отношении должностных лиц, не создавших безопасные условия труда, уже возбуждено 15 уголовных дел, 5 из которых переданы в суды, хотя привлекаются к ответственности руководители не только за невыполнение своих непосредственных обязанностей. Факты коррупции среди них также выявляются. У нас сегодня, к сожалению, отмечен случай, когда один из руководителей водоканалов области брал взятки за то, что люди приходили устраиваться к нему на рядовые должности слесарей. И таких 4 эпизода, я считаю, это тоже возмутительный факт. И, конечно же, такой руководитель не должен принимать людей на работу и не должен руководить таким предприятием. Заинтересованность профсоюзов тоже очевидна. Официально после проведенных проверок ликвидируется около 90% выявленных нарушений. Но в профсоюзах соглашаются. Полномочий инспекторов труда не всегда хватает, чтобы исправить ситуацию кардинально. Тесное сотрудничество с прокуратурой в этом плане может оказаться действительно взаимовыгодным. Выявляются те нарушения, которые воздействует прокуратура и может, и вправе более действенно, чем профсоюзы. И нам идет это в помощь. И главное, чтобы был достигнут результат. Либо же с нашей стороны, у нас есть специалисты по охране труда, мы оказываем определенную помощь консультативную прокуратуре, в дальнейшей их работе тоже является очень важной. Вот этот взаимообмен информации наших инспекторов по охране труда, их помощь действенная в соответствии с законодательством и дает тот общий результат, который мы имеем. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евгений Макеенко, Игорь Марищенко. Новости недели. Три победы и ни одного поражения. В Гомельском технопарке завершился хакатон. На него собрались программисты, дизайнеры, маркетологи, эксперты и менторы. Участники до последнего мгновения совершенствовали свои проекты, а жюри в жарких дискуссиях определяло победителей. С хронологией трехдневных интеллектуальных баталий Марина Джалая. Всего 2 недели на подготовку, и Гомельский технопарк распахнул свои двери для тех, чьи идеи могут превратиться в суперстартапы, и для тех, кто искал единомышленников, чтобы вместе доработать проекты и предъявить их миру на начальном этапе компетентному и притязательному жюри. Первая собеседница – Вера Парфенова. Ее команда для участия в хакатоне буквально на ходу придумала проект 3D-карта Гомеля. Начали с одной улицы. В готовом варианте любой человек виртуально сможет путешествовать по городу и знакомиться с историей каждого здания. Кстати, по итогам хакатона у проекта 3-е место. Я считаю, что это отличная возможность для людей, которые действительно очень увлечены своим делом, проявить себя, показать что-то новое и принести что-то хорошее для нашего города. Хакатон состоял из работы почти 1,5 десятков команд. Причем некоторые сформировались тут же, во время форума. Среди участников можно было увидеть как школьников и студентов, так и опытных предпринимателей и изобретателей, которые демонстрировали свои новые идеи. Алексей Зайцев вместе с командой на хакатоне дорабатывал проект «Хутор Мёбиуса», в котором соединил сельское хозяйство и IT-технологии. В основу легло то, чтобы создать ферму, направленную на автоматизацию и оптимизацию работы. Работы фермерского хозяйства, то есть такая вот сочетание сферы IT и сельского хозяйства для того, чтобы привлечь молодых специалистов из сферы IT, популяризовать сельское хозяйство и развить продвижение все-таки информационной индустрии в Республике Беларусь в области сельского хозяйства. Станислав Пикуза защищал проект, направленный на профориентацию молодежи. Юноша знает, что при определении будущей профессии легко растеряться и сделать ошибочный выбор. Его программа поможет узнать буквально о каждой профессии Беларуси. Теперь задача команды не только доработать проект, но и подумать над тем, как его продавать. Мы тут столкнулись с тем, что проект начали критиковать в плане бизнеса. То есть тут по факту именно как там привлечь инвесторов, на чем можно заработать. И на самом деле это очень интересный опыт, потому что мы думаем на том, как создать продукт, но на том, как его, допустим, продвинуть, мы еще особо не задумывались. И на самом деле эти лекции достаточно информативны, тем более, что от таких представителей.
Мастер-классы помогли скорректировать свои проекты многим участникам. Как сделать интересный инновационный проект, знают многие, а как на нем заработать – единицы. Это сложный и не очень быстрый путь. На хакатоне можно было получить такую информацию и многому научиться бесплатно. Например, на мастер-классах у представителей Ассоциации бизнес-ангелов Беларуси. Большое количество ребят на сегодняшний день, у которых есть какие-то идеи, которые их разрабатывают, которые там планируют какое-то развитие, но куда идти и каким образом это выглядит, они представления не имеют. Да? Этому нигде у нас не учат. Если учат, то за деньги. Вот, а у нас это все бесплатно. Финал из 12 команд прошли 10. Кстати, некоторые проекты были вне конкурса, ведь они уже готовы к продаже и с ними сложно конкурировать. Например, гомельская частная компания разработала кардиографы. Скоро начнется выпуск этой медицинской техники. Это проект для первоначального скрининга сердца, сердечного ритма, нарушений ритма, последующей аналитики и предварительной диагностики. То есть это носимая электроника, это девайс, который вы носите постоянно, можете носить автономно достаточно долго. В дальнейшем, в общем-то, алгоритмически мы говорим о том, что у меня, пускай, есть какие-то проблемы с сердцем. Вы берете эту информацию и идете к врачу. В результате трехдневного мозгового штурма, наполненного скрупулезной работой, мастер-классами, дебатами, переосмыслением своих идей, жюри определило победителей. Третье место, как было озвучено выше, у проекта 3D-карта Гомеля. Второе – у разработчиков приложения «Мой питомец» под руководством Дмитрия Галецкого. Победа у автора бота для социальной сети «Тесты по правилам дорожного движения» Ивана Копейкина. На протяжении трех дней работы и участия в хакатоне наши команды менялись. Менялись проекты, они дорабатывались и с учетом тех замечаний, которые им высказывали наши эксперты, менторы. И это очень здорово, что ребята, ну, очень так восприимчиво вообще подходили к оценке их деятельности. Ведь не секрет, что всегда тот, кто сгенерировал идею, он считает ее самой лучшей, самой правильной, в перспективе успешной. И иногда вот этот критичный взгляд на свой проект, на свою идею, он вообще, наверное, необходим для того, чтобы из идеи родился что-то более успешное, какая-то модель. К концу года в технопарке пройдет еще не один форум, митап, семинар. Но цель не увеличение количества встреч. Идея в том, чтобы создать в технопарке ту атмосферу, в которой будут рождаться новые идеи и создаваться интересные проекты. Марина Джалая, Валерий Гопанько. Новости недели. Гомельская областная нотариальная палата признана лучшей в республике. Только за прошлый год к специалистам отрасли за правовой помощью обратилось более 500 тысяч человек. В среднем совершено около 200 тысяч нотариальных действий. Специалисты говорят, это уже давно не только защита наследственных прав и недвижимости. Каким быть нотариату будущего? На вопрос Александра Говейко ответила заместитель председателя Гомельской областной нотариальной палаты Светлана Шиханцова. Светлана Николаевна, как на ваш взгляд за последние 5-10 лет поменялся уровень правовой грамотности нашего населения? Следует отметить, что уровень правовой грамотности нашего населения за последнее время, конечно же, вырос. Если охарактеризовать того клиента, который обращался раньше к нотариусу и сейчас обращается за получением консультации, за оказанием квалифицированной юридической помощи, то сейчас это достаточно грамотные, образованные, читающие, интересующиеся граждане, которые могут поставить правильный вопрос, сформулировать его для того, чтобы получить, соответственно, ответ. Люди приходят уже подготовленными часто? Да, зачастую подготовленными, зачастую уже прочитав, изучив какую-то информацию, потому что та информация, те нормативно-правовые акты, на основании которого действует сегодня наше государство, они находятся в доступе, они находятся, то есть в сети интернет, на общеизвестных и доступных информационных интернет-порталах можно получить доступ к ним и прочитать тот или иной документ, касающийся той либо иной сферы жизнедеятельности человека. С одной стороны, только плюсы, но ведь с другой, я так понимаю, зачастую взгляды и убежденности того, кто обратился, могут расходиться с мнением профессионала. Я прав, точка? Совершенно верно. Порой мы сталкиваемся с ситуацией, когда клиент, изучив, по его мнению,
нужный для него нормативно-правовой акт, как бы вырезав из него необходимую для него информацию, которую он понял и которую он полагает расставила все точки над «и» и ответила на все его вопросы, приходит и пытается, так сказать, доказать это, получить специалиста. Да, совершенно верно, получить подтверждение этому. Но ведь стоит оценивать нормативно-правовые акты в их совокупности, поэтому только у специалиста, который имеет опыт, знания, можно получить правильный ответ. Развиваются, как мы уже с вами выяснили, и те, кто к вам обращаются, но я вижу и знаю, что развивается и сама нотариальная система страны. Какие новые виды услуг появились за последние несколько лет? Конечно, новые виды нотариальных действий, они действительно появились. И в первую очередь это вызвано все-таки развитием информационных технологий. На сегодняшний день нотариус идет в ногу со временем, можно так сказать, да. На сегодняшний день мы с компьютером не на «вы», а на «ты» должны быть, и это, в принципе, так и есть. Если говорить о новых нотариальных действиях, которые на сегодняшний день делает нотариус, то в первую очередь следует отметить одно из последних. Это предоставление нотариусами документов для государственной регистрации субъектов хозяйствования, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и внесение изменений в соответствующие документы. Это уже далеко не только договоры купли, продажи, это еще и брачные договоры. Также следует отметить, что одно из нотариальных действий, которое получает развитие на сегодняшний день, это обеспечение доказательств. Это обеспечение письменных, в первую очередь, доказательств для предоставления в суды общей юрисдикции Республики Беларусь. То есть если гражданин полагает, что та или иная информация, находящаяся в частности в интернете, на какой-нибудь интернет-страничке, может исчезнуть, он может обратиться к нотариусу для того, чтобы зафиксировать эту информацию. Зафиксировать скрин сделанный. Да, да, зафиксировать скриншот. То есть именно скриншот этот делает нотариус. То есть гражданин обращается с заявлением, в котором указывает пошагово те интернет-странички, на которые нужно пройти, чтобы получить соответствующую, дойти до нужной информации. И уже нотариус проделывает этот путь, все это фиксирует на бумажном виде, в том числе в электронном виде это может быть оформлено. И таким образом гражданин имеет возможность зафиксировать ту информацию, которую он увидел в интернете, на интернет-страничке. Светлана Николаевна, ну и в завершение, какую оценку дали бы работе своих коллег здесь, в Гомельской области? Это действительно профессионалы, это действительно люди, которые работают, имеют большой опыт работы. Вот, в сфере нотариата, в частности. То есть у нас большинство нотариусов с опытом работы свыше 10 лет и даже 20 лет. Поэтому оказать юридическую помощь по интересующим вопросам всегда рады. Спасибо за информацию и за интервью. Успехов в делах. Спасибо. Блины ели, весну торопили. Сегодня завершается масленичная неделя. Вкусное и веселое. Наверное, благодаря своему невероятному позитиву масленица, как обрядовый праздник, сохранилась до наших дней. Широкие народные гуляния с играми и забавами, горячими блинами и традиционными развлечениями прошли в нашем регионе. Проводы зимы по-гомельски в нашей постоянной рубрике «Культурное обозрение». Торжество тепла и света над зимней меланхолией. Масленица продолжила мартовские праздничные выходные. Гуляния проходили весело и на широкую ногу. Среди обязательных составляющих – блины и оладьи с пылу с жару, песни и танцы, конкурсы и, конечно же, сжигание чучела. Потешные сражения, геройские взбирания на столб и хороводы стопроцентно подняли настроение участников праздника. Проникнуться атмосферой древнеславянского торжества можно было во всех районах области и города Гомеля. Мы находимся в картинной галерее Гаврила Ващенко. Здесь сейчас проходит открытие выставки. Уникальной. Давайте заглянем.
Жакеты, пелерины, панно, скатерти гомельчанам и гостям города действительно повезло увидеть своими глазами искусные изделия вологодских кружевниц. Все работы созданы вручную по эскизам художников. При этом ни один посетитель выставки не сможет найти на экспонатах ни одного узелка, даже если большое панно создавали сразу несколько мастериц. Вологодское кружево называют музыкальным, и у нас есть уникальная возможность услышать, как рождается мелодия кружева. Черниговский академический камерный хор имени Бортнянского на неделе привозил в Гомель настоящую мистерию. Творческий проект под названием «Мьюзика инкогнита» основан на произведениях неизвестных авторов. В программе участвовал весь состав хора, 26 вокалистов. Исполнялись произведения на латыни, немецком языке и старославянском. Каждое песнопение сопровождалось театрализованным действием. Далее о культурных событиях предстоящей недели. 13 марта в Гомельском областном ОКЦ состоится премьера мистического шоу «Симфонические рок-хиты «Крылья Грифона». Первый в мире танцевальный симфонический оркестр соединит драйв рока и мощь симфонической музыки. Начало концерта в 19:00. Музей печати и фотографии в Гомеле приглашает на персональную выставку Сергея Иванова. В экспозиции 30 работ, воспевающих женскую красоту. Автор выполнил серию фотоснимков в стиле ретро. Сделаны они были во время городских праздников. А 14 марта в Доме культуры железнодорожников состоится музыкальный кроссовер-концерт «Мировые хиты». Это настоящий симбиоз четырех стихий – рока, электроники, популярной и классической музыки. В одной программе хиты Майкла Джексона, Элтона Джона, Стинга, А-ха, Coldplay, Fatboy Slim, Led Zeppelin. С самыми интересными культурными событиями региона вас знакомили Евгения Кухаронок и Павел Антонов. Культурное обозрение подготовлено специально для программы «Новости недели». На этом у меня все. Мы встретимся вновь в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. До свидания.